Пошли по аттракциону. Веревочный такой аттракциончик. Ну, сейчас здесь уже никого нет, но просто можно походить. Коля, а ты уже здесь ходил и не боялся совсем, Коль? Не боялся. Коля, привет, Коля, привет, привет. Смотри, чтобы он туда отнесет. Получается, да, там надо... А, ножки здесь, ножки такие. Ага, и на каждую надо поставить свою ножку. Выворачивай ножку. Выворачивать ножку надо, и тогда будет попадать. И мама топ-топ. Мама, как получается? Нормально? Ну, вот эти. Все, беседочку, да, пришли? О, ура, класс! Боюсь, но иду, да? Ну, там надо смотреть, чтобы они не были совсем такие гнилые. Коля, надо держаться за веревочки. За стеночки. А как здесь, пригибаться надо или что? Ну, как получится, как? Так, а здесь, получается, деревяшечки такие. Деревяшечки. Ну все старенькое, конечно, совдеповское. Но хоть что-то есть. И слава богу, что хоть что-то осталось. Качели вот такая вот вообще допотопная. Но все-таки еще стоит. Ну, кстати, еще и за этот аттракцион надо платить тоже 50 гривен. Если в дневное время. О, вот это длинный коридорчик получается. Длинненький. А, там надо пригибаться. Маме неудобно пригибаться. Там для маленьких деток. Вот так, вот так. Упали, да? Ну, получилось. Получилось? Ну давай, сейчас мы проверим.